В Павлодаре из-за ролика в интернете штрафовали сотрудника дорожной полиции. Бдительный автолюбитель снял на телефон, как служебный автомобиль ни разу не подал поворотный сигнал, совершая маневр. Автор ролика утверждает, что следовало за ним 3 перекрестка, но автопатруль все время игнорировал правила дорожного движения. Водитель решил выложить компромат в сеть, после чего на него отреагировали в профильном ведомстве. На вопрос журналистов в департаменте внутренних дел пояснили, что уже наказали нарушителя. Полицейский заплатит штраф около 10 тысяч тенге. Водитель служебной автомашины привлечен к административной ответственности по статье 595 Кодекса об административных правонарушениях. То есть это нарушение правил маневрирования.